надо придется уши эти открывать, а с ушами это уже не та аэродинамика. А ты их совсем закрываешь, уши ты? Конечно. Выходные совсем, входные маслорадиаторы на все открыты. Они практически не съедают скорость, я засекал. Блять, потерялась под капотом. Выходные вот эти уши, они сильно портят аэродинамику. Ага. Блять. Здрасте. О. Врезались-то? Блять, попал. А ты меня последний еще... момент попал, блять, не успел. Да ты с солнца я стрелял, ну гад. Ты меня не видел тебя. Готов. Готов. Всю статистику себе испорчу. В смысле? Пацаны ругаться будут. Да этот же дуэльник пишется в статистику теперь уже. Да ты чё? Да? Нихуя себе, а я не... Нет, всё, пиздец. А ты... Мой без стата, короче. А я ещё и видео пишу тебе, потом ещё пацанам выложу. А ты пацанам выложишь, как ты здесь... Ведь синих нагибает, блин. Синий пупух. И мне выложит тогда, посмотрю. А где эту статистику пишут? Слушай, где-то лежит, ребята мне показывали. Ты сейчас с форсажем летал? Не, сейчас выключил. Не, вообще. Ну, сейчас, да. Да, вот так вот. Отставился. Да. Блять, пиздец. Чего? Че, сейчас не стрелял? Стрелял. Извини, что не попал. Не пушку сломал, а ты. Ого, надо вторую сломать, чтобы ты не мог стрелять, бля. Ой, не туда. Вот не было, моё было, спал. Разбился я. Да я вроде аккуратненько. Вроде аккуратненько. Готов. Готов. Миш, узнал про статистику, сразу стал сливаться. Расскажи мне еще секреты. Я по секрету, а у меня нет больше секретов. Че, закрылками только я перестал пользоваться, и все. Я говорю, я узнал про статистику, что она пишется. А, и стал осторожно летать? И стал сливаться, блядь.
А тебя статистика, с какой стороны тебя статистика-то волновать стала? Да хер его знает. Просто все равно не хочется быть полным нулом. Ничего, сейчас я к ней привыкну. Я не сомневаюсь. Готов. Поехали. У тебя форсаж двигатель спалит. А? Я говорю, сейчас у тебя форсаж двигатель спалит. А ты видишь, что я на форсаже или что? А ты без форсажа? Ну, ты меня, блин, сбил. Нет, форсажа. Так я вижу, что ты вытягиваешь что-то слишком высоко. Выше, чем обычно. Да и цвет выхлопа у тебя другой. Да, ёлки-палки. Я самогончик пил с утра. С утра пил? Да я шучу. А про выхлоп. Когда ты там перегреться собираешься? А? Я говорю, когда ты там перегреться уже собираешься? Блин, я думал, ты вниз пошел, а ты не пошел. В смысле, я пошел на тебя так? Да херово ты пошел.
конечно, блин. Эй, только не так сильно. Как, блядь, не попал-то? Блин, вот ее колбасить начнет и все. Она любит нежность. Пиздец, всего один раз попал, да? Такая очередь, блядь. Ну, попал же. Блин, все оторвал мне. Как начинает ее раскачивать туда-сюда, все нафиг, считать, пропало дело. Ее что-то не выровнять никак. Готов. Готов. И газ вроде убираешь, а ты газ скидываешь вообще до нуля, что ли? Блин, по-разному. По-разному. То есть я скидываю, чтобы его выровнять, а потом плавненько добавляю. Плавненько — это не наш метод. Сейчас все на свете проебал я. Да хотел, ладно. Хотел довернуть, блять. Стреляешь, блядь, что ли, не пойму. Ах ты, сука. Стреляю. Попал, блядь. Ты что-то фигово попал, что-то тебе не поплохело. Что-то хуёво мне это, рулиться стало хуёво. Хуже. Дырок, наверное, много. Про криты вообще ничего не... А? Да про криты после попадания ничего не написал, но колбасит пиздец.
стороны в сторону хуячит. Это хвоста нету, блядь. Да не, хвост целый, я видел. Наверное, тяги повреждены. Да нет, не написал, там-то и дело. Просто расколбашивают, раскачивают. Что я с тобой на встречках делаю, а? Все, у меня двигло встало почему-то, блядь. Ура! Вообще ни единого, ты это, техночата, блядь, не прошло. А, перегрев хуярит. Это радостная новость. Охуеть, маслорадиатор был закрыт. Я не пойму, ну чего у нас, сука, греется, блядь. Так ты же его сам закрыл вначале. Нет, я закрываю выходные. Готов. Сейчас кнопочка появится. Она не появляется. У тебя появилась кнопочка? Да. У меня нет. Ну выйди, зрители опять зайди. Так вот я... А чё? Появилось. Поехали. Давай. Значит, режим-то, блин. Ой! Блять. Зажег. Надо так было попасть. Случайно. Я пиздатый, как бы пожар, блядь. Бах, я тебе пробил крылья, смотри. Да, прям красиво, хуяч. Ну, ты сейчас еще стрелять в меня будешь? Да нет, я просто любуюсь пожаром. Да ты че? А может и постреляю? А как долго ты будешь гореть-то, ёлки-пал? О-а! Пока топло, наверное, не выберет. Уже написали, что я тебя сбил, а ты все летаешь. Это ты мне крыло тогда отстриг тоже, блядь, написали, что ты меня сбил. Потом написали, что я тебя сбил. Потом топло выкидит, и ты типа... Чё ты съебываешься? Все, отстриглось крыло.
Мужик выпрыгнул головой вниз, короче, в землю. Твой или мой? Мой. Мой тоже. Готов? Готов. Сука, и биться-то нельзя из-за статистики, из-за этой. А чё бьёшься? Так вот я выпрыгнул головой вниз. Так ты просто завершай вылеты и всё. Так... А, блин. Ой, красиво, красиво, как горит. Нет. На форсаре, что ли, там вытягивал? Нет. Не хватило чуть-чуть на тебя там висеть. Готов. Поехали.
Пиздец, я подставился, блядь, думал ты дальше. Если у тебя, блядь, энергии. Вот. Где? Это нечестно. Честно, ты сказал, на закрылках не летаешь. Нет, блядь, я сказал, почти не включаю. Но вот здесь-то мне пиздец уже. А ты без на закрылках на меня вытянул, когда вот вверху? Я открывал. Здесь я не ожидал, что так близко подтянешь. Открывай. Так как промазал-то? Должен был зажечь. Бля, перегрев ебошит. Аналогично. Ты мне вот скажи, как ты с половиной хвоста, блядь, ещё здесь выделываешь. Руля высоты? Да. Ну да. За меня вообще всего колбасит слева-вправо. Да, я его, знаешь, как-то... С трудом верится. Ну посмотришь потом эту игру, блядь, раз этот раскачивает влево-вправо. Еще, кстати, до половины хвоста началась хуйня такая. Когда там у тебя уже перегреется, блядь. Я пустой. Ну вот. Прикидывай. Я пустой. Ты когда грохнешься? Столько стрелять, ты, конечно, блядь. Когда у тебя двигатель перегреется. А с чего бы? А я что, не перегрев? Нет перегрева? Я убрал его уже. Я избавился от перегрева. Так тебе нахуй. Теперь будем ждать, пока ты грохнешься тоже. Ну все, меня троит. Дал, блядь, как вытянул. Пил.
дайте патронов. А, беда, беда. Ну, и у меня двигатель встает. А ты уже раскатал губёжку. Да нет, чё, я знаю, с тобой расслабляться нельзя. Готов. Сажусь. А ты выпрыгнул просто, что ли? Я просто вышел и всё. Ты смотрю, ты сбит. И мне ничего не записали, блин. Ава. Да что-то раунды какие-то короткие, 25 минут уже осталось. Ага. Готов. Аварийная посадка написали. Поехали. А я вчера на советах ИС-2 вот этот, блин, ну я уже переплевался просто. На советах симуляторы, там они сами побеждают, там, делать нехуй. Да я в РБ иногда катаю, чтобы побыстрее прокачать. РБ это пиздец. Не, в РБ все хорошо, да, и вид классный, красивый. Ну, блядь, самолеты, которые там летают, этим маркерам скидывают. Ну да. Вымораживают. И сам хер полетаешь, потому что там... Ну хотя... Я Нет, там если очков накопишь, типа... Нет, это понятно. Я к тебе к тому, что этот... Летаешь на джойстике против мышек, блядь. А, ну это да. Что я на джойстике... Ой, на мышке вообще не умею летать. Не разучился. Я в землю ёбываюсь. Поставил себе полное управление, более-менее стало, но все равно не то. А, ну наконец, да, это вот свалился. Это что? Да я вообще в какой-то штопор свалился обратный. Ну, на себя ручку тяни раз обратно. А имеет смысл? Ну вот, вышел же. Ну, я-то вышел, да. Может, мне было проще уже... А, да нет, конечно, не имеет. Вспомни наш прошлый бой. Я тоже уже был без двигла, случайно попал и... Повезло. Где прячутся эти неприятности, блин? Ты чё, потерялся, что ли? Где-то рядом. Да я уж не сомневаюсь. Вон он, гад, с хвоста заходит. Обзор, конечно, у нее. Не ваши читерские мясюки, да? Да не, у нас тоже, я бы не сказал, что там вообще класс. Ну вот это, ну не привык я просто, да. Без прицел, да, ебанец.
блять, вообще как сегодня стрелять, сука. Ой, это тебе ли говорить, как стрелять? Я аж видел, как это вот, сносило. Вот сейчас, блять, как, почему я не попал, я не понимаю. Пятиракурсы, полулобовая, короче, как ее обозвать. Меня вообще бесит. Да.
Привет, земля, блин. Ну, сам виноват. Зараза. Зараза. Никак пока не приловчиться ищем. Готов. Готов? Да. Блин, ну и вот на встречках, конечно, это... Да, это надо... Я с ботами тренировался на встречках. Они любят лобовые. Я дымлюсь там, не? А у тебя что там? Что, спрятаться хотел? А, да не, чувствую, что движок уже как бы... Нет, движок я до этого не попал. Тянет. Сейчас не, попал. Не тянет он. Видимо, выбил там. Прыгаем. Не тянет уже движок. Готов. Поехали. Блин.
А S2 у тебя в тундре это какой? Уже четвертый ранг? 44-го есть, да. Он такой же, как и того. Поверь мне, только пулемет есть. Такой же, как и кого? Как, ну, как первый S2. Только пулемет есть. Не, у меня только 44-ка из четвертых рангов. Вот, S2, да? Нет, 44. СТ-шка. У меня S1, по-моему, был. S2 не было. Пошла колбасня, блин, что такое? То есть этот S2 пока перезарядится, а еще по немцам стреляешь, по этим всяким пантерам. Нет пробития, нет пробития. Да они везде немцы читерные, ВЗС и тундру. Ой, да. Ты сам знаешь. ВЗС это с чего они читерные? Немцы? Да. Ты посмотри, как он из прицела уходит. На отрицательных перегрузках, блядь. Чуть ли не через голову кувыркается. При этом летит, не сваливается, вообще ничем. Блять, чуть-чуть не дотянул до тебя. Ой, ну пошла колбасня, елки-палки. В нужный, ответственный, так сказать, момент. Потому что в этот момент ты как раз и перетягиваешь. Нервничаю. Надо было брать нервный бас.
Давай, блядь, прицел. Зараза. Я почти разбился сам.